Всем привет! Добро пожаловать на канал Аква Информация. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал. Помните маленьких попугайчиков, которые у меня были, которые у меня вылупились? Смотрите, какими они большими стали. Прям такие упитанные. Крупненькие. Я их кормлю улитками. Ну, то есть, как видите, у меня сейчас покажу. Вот, например, видите, улитки. Я их просто давлю и скидываю вниз. Они в поисках корма, видите, снуют по дну, видит улитку, начинает ее разрывать и кушать. Также я кормлю их сухим кормом, либо вот таким, который уже мелко перетертый. Либо вот таким. Сам его перетираю мелко-мелко, потом погружаю на дно и кормлю. Также у меня тут живут креветки. И недавно я увидел прям крошечных креветочек. Таких маленьких-маленьких. Сейчас я их не вижу, но вряд ли рыбки их съели. Потому что они у меня постоянно прятались в зарослях. И где-то должны быть. И видите, улитки просто полностью криптокарину закидали своей икрой. Вот такая мини-жизнь у меня происходит в моем маленьком аквариуме нерестовичке. Скоро, наверное, у меня они подрастут. Недельки через две я уже их буду, наверное, подселять потихонечку в общий аквариум. А сюда пока никого не буду запускать, оставлю, чтобы все проходило медленно, по биологическому циклу.